Здравствуйте, дорогие любители годных ICO! Сегодня у нас проект Bitnautic. Что же представляет нам данный проект? Этим роликом я запускаю серию коротеньких видеороликов о данном проекте, потому что его стоит рассмотреть поподробнее. Простой и надежный... Простые и надежные морские перевозки через эффективный блокчейн-контрактинг. То есть блокчейн-контракты будут способствовать данному вообще сервису работать. Так, что мы видим? Pre-ICO начнется через 10 дней, 10 часов. У нас достаточно времени. White Paper, Telegram. И также мы можем внести свои деньги. Но, наверное, эта кнопка еще не работает, потому что еще не начался пресейл. Что такое Bitnautic? Здесь мы видим анимацию такую. Это будет децентрализованная платформа на Ethereum блокчейне для нахождения сервисов доставки и вообще всех вот таких вот морских дел. То есть далее мы посмотрим не этот видос. Это видео я предлагаю вам посмотреть самим. А далее мы рассмотрим для людей, которые хотят отправить свои какие-то грузы, для них решение проблем. Итак, мне понадобилась незапланированная отправка через океан. Наше решение, то есть решение данного проекта, без проблем, от 2 недель до 6 месяцев мы можем подобрать тебе контракт, который 100% будет надежным. Далее. Найти сразу несколько доставщиков – это большая сложность и затрата по времени. Не вопрос. 5 минут, и у тебя все уже найдено. Извините, мне нужно отправить небольшое количество товара, и я не могу найти подходящее предложение. Да не вопрос, дружище. Просто перечисли, что тебе нужно отправить, и мы разберемся с твоей проблемой. Я не знаю, как мне подготовить документы об отгрузке. Да не вопрос, наши агенты в Bitnautic помогут тебе с этим по фиксированной и очень доступной цене. Вот такие вот предложения поступают от проекта Bitnautic к людям, которые хотят отправить свой груз. Далее мы рассмотрим в следующем видео, что же нам предлагает еще данный проект. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.